что не уголок, то фотозона. Незабываемые фотосессии на фоне цветущих лотосов. Восхитительные розовые цветы распустились в этом году раньше обычного. Полюбоваться экзотикой к Лабинскому водоему едут многие. Лотосовый рай стал достопримечательностью района. Приехала к сестре, к своей. Как бы мы с ней первый раз увиделись. Ой, из Саратовской области, город Пугачев. Сестра мне решила показать это озеро лотосовое. Мне очень понравилось. Не хочется уезжать отсюда. Очень красиво, очень. Я все это люблю. Вообще меня вода умиротворяет красиво. На Кубани это вообще такая фишка, как говорится, Кубани красивая. А зачем куда-то ехать, если есть свое что-то тут? Можно приехать, посмотреть. Красота вообще, конечно, завораживает. Мы вот сами с Армавира, как бы тоже рядышком и специально сюда ездим. Уже третий сезон владельцы водоема встречают гостей. Разведение лотосов стало их бизнесом. Предприниматели с каждым годом улучшают условия с учетом пожеланий посетителей. Маршрут для пешего перемещения по водоему закольцован. Появились новые беседки. В них можно уединиться и наслаждаться спокойствием и красивым видом. Кстати, знакомство с лотосами можно объединить с рыбалкой и отдыхом на природе. Условия есть и для этого. Все хотят увидеть и показать даже свою местную достопримечательность своим далеким родственникам. Как бы такой цветок, его все хотят увидеть. Аромат его ощутить, запах и так далее. Фотографируются, конечно, это такая красота здесь. Как бы нужно стараться приезжать в утренний период, чтобы это все увидеть. Пик цветения лотосов придется на июль, но уже сегодня многие цветы распустились, и можно ими полюбоваться, понюхать, потрогать, сделать красивую фотографию. Конечно же, не стоит их рвать, чтобы как можно больше людей увидели этот роскошный королевский цветок. Многие посетители живописного уголка признаются, что видят лотосы в естественной среде впервые. Сразу же отмечают нежный аромат, который усиливает приятные эмоции. Ну, красиво, масштабно. Приехали из Архангельска, прочитали в интернете про озеро Лотосов, решили посмотреть. Достопримечательность Лабинска, потому что красиво, красиво, а людям что нужно? Главное, чтобы было красиво. Кстати, владельцы лотосового рая готовы ответить на вопросы о цветах. Как появились они в Лабинске, как переносят зиму и за что полюбили Лабинский водоем. Вот, собственно, один из ответов. Наш водоем вообще вот подходит для этого цветка, для лотоса, потому что здесь небольшая глубина, вода теплее. Вот где мельче, их больше, большое скопление. Они здесь такие шикарные, огромные растут. Туда дальше глубина, они туда не хотят расти. Ну а мы отвечаем на главный вопрос, как проехать к этому райскому месту. Оно находится на выезде из Лабинска за Армавирским кольцом, поворот налево. Телефон для справок 8 928 283 94 43.